Чем известна дата 19 ноября? Кроме Международного мужского дня и Дня ракетных войск и артиллерии, мировая общественность отмечает Всемирный день туалета. В рамках этого необычного праздника проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к местам общего пользования и усовершенствование систем туалетов. Наши корреспонденты провели опрос, как, по мнению серпуховичей, нужно отмечать этот праздник. Покрасить свой туалет в голубой цвет. Я думаю, что надо его справлять, наверное, в общественном месте, наверное. Чтобы он, как говорится, ну, всегда был людям чисто, аккуратно и приятно. Наверное, в туалете. Кто как сможет. Как справлять? Там, наверное, исправлять. Где был этот день? Налить не бачок эстетично. Шампанского и смывать просто шампанским, наверное, свою нужду. Я думаю, бесплатные туалеты должны быть везде. А почему нет? Ну, как, должны туалеты быть в достатке. А у нас в городе захочешь пойти и некуда. Построить, да, больше бесплатных туалетов, потому что у нас в городе таких очень мало, только в торговых центрах. Мне кажется, то, что отмечать это очень слишком, а больше бесплатных туалетов построить-то можно. Спасибо. Делать нечего, придумывает не весь что. В Протвино на улице Дружбы открылась новая выставка современного искусства подъездного фольклора «Отголоски истории», на которой выставлены десятки работ на всеобщее обозрение. Говорят, что произведения протвинских художников похожи, но вы увидите разницу, когда посмотрите на представленные на выставке шедевры. Персонажи одних авторов живут в красоте и радости неважных сиюминутных моментов. На картинах других авторов – любовь и все ее проявления. Представленные работы каллиграфистов, которые одним только словом могут выразить все беспокойство и весь внутренний мир человека. В работах, отобранных для показа, художники создают особое настроение души, отчасти близкое древней поэтике. Представленные на выставке произведения демонстрируют встречу современного искусства России с ее творческим стилем. Они успешно вовлекают зрителей в игру разума и воображения.